Пісняри у Сумах, вокально-інструментальний ансамбль з Мінська привіз свої пісні сумчанам. Маємо для вас інтерв'ю з ними. Один з музикантів поділився враженнями після концерту, а директор гурту розказав про свою політичну позицію. Суми приймали от з першого акорду, розумієте, почали петь «Біловежську пущу». И все, и как пошло, люди просто... Во-первых, люди соскучились. Я потому что у людей спрашивал в фойе, когда с дисками сидел, люди говорят, ой, вы вот не приезжали 5 лет. Я за целостность, конечно, Украины, понимаете. Это равносильно сейчас, давайте вот Могилев там отдадим, там Гомель отдадим, понимаете, или еще в Беларуси. Нет, нормально я отношусь. Мы даже не ожидали, если честно. То есть потому что у нас бывает много концертов, и... Что самое интересное, всегда как-то настраиваешься и не знаешь даже, чего ожидать. Вот было приятно работать, и как-то мы такие песни подобрали, что все было очень как-то прошло быстро, даже незаметно.